Всем большой привет! У нас сегодня суббота, 3 апреля, последний, скажем, такой день перед Пасхой, завтра в Германии уже Пасха. Решили съездить в магазин, купить еще продуктов. В эти дни магазины вообще не работают, вчера точно не работали, там, по-моему, с утра некоторые немножко, и все продуктовые. Завтра, конечно, в воскресенье не работают, в понедельник, в светлый понедельник тоже не работают. В общем, очень сильно надеюсь, что сегодня хотя бы они открыты. По крайней мере, так написано в интернете, на их сайтах, что магазины открыты, и можно ехать покупать все, что нужно. У нас наконец-то вышло солнышко спустя несколько дней. Было холодно, ветер. Ну, и сейчас такой воздух прохладный, но хотя бы солнышко немножко светит, и уже чуть легче. В общем, едем сейчас в русский магазин сначала кое-что купить, и потом хотим поехать еще в Марткауф, и все. И домой. У нас сегодня генеральная уборка еще по плану. Готовка чего-то вкусного. Я еще не придумала чего, но что-то вкусненькое обязательно будет. И завтра, конечно, что-то, наверное, приготовим, как нам праздничный стол небольшой. В этом году на немецкую Пасху куличи я не выпекала, решила испечь уже на нашу Пасху, которая 2 мая будет. В общем, будет интересно. Всем хорошего дня и хороших выходных, а всем, кто празднует католическую Пасху, всех с наступающим, поздравляю. Так, сегодня уже, конечно, в городе побольше людей, потому что мы вчера ездили, вообще пустой город был. Сегодня уже побольше машин, людей, которые пешком ходят. В общем, я очень надеюсь, что магазины открыты. Мы сейчас едем в русский магазин, который находится рядом с нами в районе Kinderhaus. И потом будем ехать уже в Марткауф, он подальше. И потом уже домой снова. Здесь смотрите, сколько машин. Здесь, кстати, магазинчик такой, продают цветы. Раньше здесь, кстати, в прошлом году, я помню, мы здесь клубнику покупали, такую фермерскую, очень крупную, вкусную. Ну что, ура-ура, магазины открыты. Правда, я так понимаю, сегодня все решили поехать скупиться. Очень много людей. Мы сейчас были в русском магазине. Он очень маленький, во-первых, и людей огромное количество, и все с тележками, потому что без тележки нельзя. Но, слава богу, справились, купили все, что нужно. Особенно я хотела купить, знаете, в банке обычные помидоры маринованные, консервированные, или как они там называются. Очень вкусные. В общем, все купили. Зелень купили, все здесь, оно намного все дешевле. Вот, и сейчас будем ехать уже в Марткауф, думаю, что там людей вообще огромное количество, несмотря на то, что магазин очень большой, но думаю, что людей много. Ну, слава богу, что они вообще сегодня работают, но людей, конечно, много. В магазине одна женщина мимо нас проходила, русская, видимо, тоже так мельком. Я услышала, как она говорит, так много людей в магазине, как будто последний день живем. Я тоже подумала, действительно, все решили сегодня поехать, потому что, знаете, вчера магазины не работали, еще 2 дня не будут работать, и люди, конечно, переживают, хотят все купить на Пасху, на праздник, все. Немногие успели до этого купить, потому что многие люди работают в будние дни. Я, например, мы тоже не успели купить, потому что я как бы дома, а Дима на работе, поэтому я ждала выходных, чтобы с ним съездить в магазин. В общем, все решили поехать все купить. Но ничего, мы уже один магазин прошли, осталось еще один, и домой. Погодка классная, чуть пасмурно, где-то солнечно, но в целом такая ранняя весна в Германии. Подъехали уже к Марткауф. Тут так много машин. Я уже начинаю понимать, что внутри много людей, если много машин. Но ничего, будем пробираться сейчас в магазин. Нужно будет брать сейчас 2 тележки. Здесь не разрешают с одной, в русском можно с одной заходить вдвоем. Здесь вдвоем только с 2 тележками. Стоим, ждем, когда появятся пустые тележки. Вот так регулируют и контролируют количество людей в магазине. Там есть тележки, но, например, они закрытые. То есть нельзя их брать. Нужно ждать, пока привезут, например, люди, которые выходят, пустые тележки. Здесь, кстати, вот такой вагончик всегда возле магазина стоит. Продают здесь очень вкусные сосиски, там хот-доги, наверное, все. Сейчас будем, когда будем уезжать из магазина, уже, наверное, купим по дороге, покушаем, они очень вкусные. Карри-вюрст, вот брат-вюрст и помес. Помес – это картошка фри, по-нашему, если говорить. Вот. В общем, с тем ждем тележки, уже минут 15 стоим, но не сдаемся.
собираем овощи. И смотрите, какие помидоры. Увидела сорт, видимо, такой. Такие интересные. Все, смотрите, все как один. Очень прикольно. Людей сегодня немерено просто. Сейчас буду выбирать салат. Уже много чего выбрали. Взяли, кстати, клубнику. Очень дешевая. Вот такая упаковочка стоит 66 центов. Вот взяли даже две упаковки. Малина и то намного дороже. Вот. И дальше сейчас идем выбирать. Кажется, здесь меня поймут девушки. Посмотрите. Просто царство ароматических свечей. Масел разных, диффузоров. Выбор огромный. Очень красивые есть. Смотрите, в таких банках красивых. Разные ароматы. Ну, то есть, на любой вкус. Смотрите, вот такие по 2,30. Очень классный выбор. Здесь всегда огромный выбор. Обычно, кстати, вот такие брала еще в таких стеклянных баночках таких. Сейчас вообще еще диффузоры какие-то интересные. Да еще, кстати, не все. Вот здесь еще есть. Еще не все закончено. В общем, выбор огромный. Есть вот еще такая, знаете, так крутяшка такая. И можно здесь выбирать разные запахи и наполнять ими. Вот такая, смотрите, как она выглядит. Выбираешь разные, какие хочешь, наполняешь туда себе и покупаешь все, что тебе нравится. Сейчас выберу какие-нибудь диффузорчики такие. Всегда у меня диффузоры в спальне есть, диффузор, и в ванной комнате. Обычно так. В общем, сейчас посмотрим, что-то выберу. Пока ходим, нашли себе игрушку. Вот такие грили продаются в Германии. Это очень популярно. Многие любят грилить. Такое частные дома, дачи. И даже на балконе иногда вот так он поднимается. Но это такой из недорогих, считается. Это 90 евро. А сейчас вам покажу подороже. Вот есть такой еще чан. Я не тяжелый. Кстати, вот такой еще есть. Тяжелая крышка. И вот такой гриль есть за 200 евро. Вот. И самый большой есть, который стоит 400 евро. Сейчас вам покажу. Такой газ-гриль 380 евро. Он вот такой прям огромный, со шкафчиком. Совсем. Так, ну что, мы скупились. Смотрите, две тележки практически полные. Ну, не полные. Вот, значит, сколько мы потратили? В русском магазине мы потратили 50 евро, где-то там 45, и здесь 160. В общем, грубо говоря, 200 евро, но скажу вам, очень много скидок, поэтому на самом деле на 200 евро, то, что мы столько всего купили, это очень круто. Ну, то есть сейчас большие скидки, много чего купили, необходимого, то, что мы обычно используем, там, мука, сахар, все такое, и ягоды, фрукты, все, я себе даже суши, смотрите, купила. 12,80 они стоят, очень вкусные, с красной рыбкой. Вот, очень много интересного купили, может быть, дома, если будет время. Обязательно покажу вам, сделаю распаковочку, потому что у нас сегодня еще генеральная уборка. Купили, кстати, вот такую курочку целую, буду ее делать завтра в духовке в рукаве с картошкой, наверное. И еще купили вот такой сыр Offenkäse. Я прямо обожаю такой сыр, который топится, можно есть с гренками, с сухариками. Две пачки взяла, они идут вот с разными вкусами такими, с добавлениями разными. Вот, вот наш чек. Дима сейчас пошел Apollo, такой магазин известный достаточно в Германии, мерить очки. Хочет он еще одни противосолнечные себе. Вот, а я вот стою, его жду. Тунец тоже взяла, такое филе. Дима тунец не любит, я себе взяла. Часто просто его поджариваю с двух сторон, но очень люблю его. И взяли вот такое мороженое. В последнее время нам оно понравилось, Сникерс и Марс. Вот. Сегодня хочу сделать жульен. В принципе, уже на канале Миланас Фуд показывать его не буду рецепт, потому что он там уже есть. Ссылочку на него, может быть, оставлю под видео, если не забуду, под этим видео. И дома, может быть, уже на этом канале покажу вам, как я его готовлю. Взяла еще такую филешку белой рыбы, в общем, красную рыбу. В общем, все как обычно, ничего сверхъестественного. Взяли тюльпаны, чтобы в доме пахло весной. Взяли ягоды. Нашла все-таки вот такой, взяла лавандовый аромадиффузор. Он очень вкусно пахнет, очень успокаивает. Это я беру всегда в спальню. Вот, что вам еще показать интересного. Ну, грибы вот такие, шампиньоны, кстати, крупные. Потом мы часто берем вот эти вот орехи такие спрессованные.
Нусмикс, кстати, недорогие, евро 19 стоит упаковочка, всегда беру по 2-3 штуки. Ну, сахар, суши, как обычно, селедка, вот это последнее время очень, Хома, она очень полюбилась нам, и вот как раз уже взяла 2 банки, ну, очень вкусно, она идет в маринаде, она там есть всегда с разными вкусами, можете выбирать, как бы, какао такое беру, цумбакен для выпечки, всегда, вот. Дима себе взял йогурт, я йогурты перестала есть в последнее время, что-то они мне как-то не заходят. Взяла капусту такую, буду тушить на следующей неделе Диме на работу. Авокадо взяла, что еще? Ну, лимон и лайм, как обычно. Взяли вот такие оливки попробовать, с фаршированной, получается, красным перцем, паприкой сладкой. Ну, в общем, вот такие покупочки у нас. В русском магазине тоже взяли там помидоры, огурцы, такое, короче... То, что по необходимости творог взяли, там что мы еще взяли, сметану, овсянку, Дима любит, которую можно варить. Здесь в основном в немецких магазинах такая быстро, так сказать, быстрого приготовления, а он любит такую, чтобы варить с молоком, такую вкусненькую. В общем, такие вот у нас покупки сегодня. Что, мы уже дома, немножко отдохнули, и сейчас мне нужно смотреть, разгребать, раскладывать все вот эти покупки. Закупились мы сегодня нормально так на 200 евро где-то, на завтра Пасха. В общем, сейчас начинаю все разгребать. Вот здесь у меня остатки от цветов. Купили 3 букетика тюльпанов по 7 штук, очень красивые тюльпаны. Потом покажу уже в вазе их. Так, еще у меня сегодня будет, смотрите, полный разгребалово вот этих вот всех шкафчиков. Смотрите, сколько всего здесь. А здесь тоже, смотрите, все буду раскладывать, перекладывать, что не нужно выбрасывать, если есть что-то просрочено, но вряд ли, потому что я обычно всем пользуюсь. У меня тут очень много всего для выпечки. В общем, каждая полка здесь у меня для выпечки. Здесь пасты разные, там у меня наверху завтраки, там в основном овсянка, пшено, все такое. В общем, предстоит не маленькая работа. Сейчас буду начинать все раскладывать. И сегодня у меня полностью день, полдня на кухне. Полностью ее буду убирать, все раскладывать, все вымывать. В общем, готовиться будем к празднику завтрашнему. Так, ну что, мы уже, конечно же, дома. У нас идет полным ходом генеральная уборка. Мы всегда убираем вместе. Обычно это приходится на субботу, когда мужчина мой не на работе. Мы всегда делим комнаты. Всегда кто-то убирает одну комнату, кто-то другую. В общем, очень удобно вместе убирать. На мне сегодня кухня, поэтому я сегодня перебирала шкафы. Полностью разложила все покупки, которые мы сегодня продукты приобрели. Их было очень много. И вот сейчас немножко передышки, и потом снова убирать. И на сегодня все. Буду еще готовить на ужин жульен. Уже рассказывала вам. Вот такая у нас сегодня суббота. Завтра, послезавтра будем отдыхать, так как у нас Пасха в Германии. В понедельник тоже светлый понедельник. Все закрыто, все отдыхают. В общем, только со вторника начинается рабочая неделя.